необходимо активизировать работу с ребятишками именно по выходу на лед, потому что сейчас он очень слабый, очень опасный. Не только на стоячих водоемах он формируется и на реке Абакан. Поэтому, в принципе, на лед выходить сейчас смертельно опасно. Тем не менее, например, в ходе выполнения вчерашних мероприятий рейдовых в Преображенском ребятишки пытаются выйти на лед. Поэтому с ними работа проведена, но рейдовые мероприятия, они не закроют полностью территорию города никаким образом. Поэтому обращаюсь в этом случае к родителям, к педагогическому составу, к сознательности самих ребятишек, что о том, что выход сейчас на лед смертельно опасен. Кроме этого, в любом случае будут попытки любителей подледного лова выходить на лед, заниматься любым занятием. Тоже хотелось бы, но это взрослые люди, это взрослая категория, хотелось бы обратиться к ним именно с напоминанием о том, что в настоящий момент, в этот период, это очень и очень и очень опасно. Поэтому очень внимательно, очень аккуратно. Вот этот период ледостава, его нужно пройти спокойно, чтобы не произошло каких-то трагических событий. Потому что хотелось бы напомнить о том, что в 2014 году двое девочек погибло на водоеме в городе. Именно в такой момент, в момент формирования льда в этот осенний период.